В Уссурийске состоялась церемония открытия 8-го регионального чемпионата «Обилимпик» среди инвалидов и лиц с ограничениями по здоровью. Со всего края собрались 190 участников. Здесь школьники, студенты колледжей, молодые специалисты, которые уже работают на предприятиях. Хороший, знаете, такой повод показать себя другим людям, показать таким же, ну, людям, там, инвалидам и лицам с ограниченными возможностями, о том, что у них на самом деле не ограничено, у них реально безграничные возможности. И чтобы другие тоже брали пример с них. С каждым годом количество компетенций на чемпионате увеличивается, в этом их 25. Среди них слесарное, поварское, архивное дело, социальная работа и дизайн. Задание в последнем – подготовить настенный календарь. За 4 часа молодые специалисты должны полностью оформить, распечатать и представить проект. Для участников предоставляется полный комплект для оформления настенного календаря. И фотографии, и атрибутика, и логотипы, и даже сетка календаря, но не возбраняется, если они разработают сетку календаря самостоятельно. И проявят свои творческие какие-то таланты, что-то сами придумают, нарисуют, это тоже не запрещено. Сейчас это только отборочный этап. Лучшие специалисты из Приморья выступят на национальном чемпионате в Москве. Принять участие в конкурсе в следующем году может любой желающий с 14 лет. Нужны только документы, подтверждающие ограничения по здоровью и желание быть лучшим в своей профессии.